Так, а что вы там, какую подпись-то видели? Это она была на месте, где подпись должна быть или нет? Я не знаю, где должна быть подпись. Там на обратной стороне какая-то штука нарисована, как будто подпись. Автограф. Так, может, это автограф, а они... Ну, знаете... А мы можем выдать его за подпись? Я хер его знает, как это работает. Я никогда не брал чек в банк. Да вот я тоже. В смысле... Не имел дела. В Стробери не было банка. Так, давайте-ка еще раз рассмотрю этот чек. Ну, попытайтесь, да. Смотрит на одну сторону, а на другую, пытаясь понять подпись там, где надо или нет. Кажется, это не подпись на чеке. Это подпись на чеке, только не та подпись, которая нам нужна. А какая нам нужна? Она на весь лист, а нужна она в другом листе. Ну, на обратной стороне написано вот подпись. Это больше похоже на автограф чей-то. Что ли, человек просто взял у кого-то. Да, за подпись выдать не получится. Нет, но можем продать ее, наверное. Это же чей-то автограф, да? Мы даже не знаем, чьё это. Но если, слушайте, богаче чей-то автограф взял, значит, это может дорого стоить. Да. И где? Где можно таких найти? Вряд ли в Нью-Йорке. Ну да. Ну давайте в Роуд съездим. Давайте. Только вы, пожалуйста, за поводьями, а то мне совсем плохо. Ну, в смысле, сейчас уже лучше, но слабость. Я понял. Так, Роудс, это в какую сторону мне сейчас? Так, сейчас вот сквозь город проезжайте. По нижней вот так, да? И по дороге вперед. Вот я налево. Я, наверное, с вами сквозь город не поеду. Ладно. Может, направо. Направо тогда, там дорога тоже. Налево, да? Да, да, да. И вот сейчас прямо. Направо не надо, напрямо. Налево. Мимо дома и вот по дорожке. Даже как-то непривычно здесь после жары и осени. Да, согласен. Так, дальше куда? Так, сейчас... Так, налево. А потом вот там будет дорога и направо. Ага. Вон там развилка. Да, вижу. Ну что ж, ладно, пока мы едем, так... Что вы в таком случае планируете делать, если маршал действительно подставной? Вот нам надо с вами подумать. Мы, получается, либо его помощники не верят в это, или верят, или знают. Или не знают. Хотя, либо это все бандиты. Вряд ли помощники маршала бы не заметили такое изменение, что он начал орать или... Ну, либо это те помощники, которые не знали его раньше, либо это те люди, которые не знают, что это не настоящий Хендерс. Ну, в смысле, да. Либо это его люди, которые вообще не помощники, а бандиты. Если у нас есть подобного рода подозрения, налево? Да. Если у нас есть такие подозрения, то я могу попробовать поговорить с одним главой из колпаков. Он сказал, что... является сенатором штата. Ну, то есть одним из сенаторов. Ого! В Конгрессе. Может быть, он сможет направить какую-то проверку или помочь нам с этим? Да, хорошо, поговорите. Спросите, Хендерсон, он... Вот... Как-то? Да, я поговорю с ним по этому поводу. Что такое Лимойн? О, это штат. Так, да, мы сейчас поедем в Роудс, покажем этот листок. И, может быть, что-нибудь придумаем. Так, направо? Так. Нет, налево. А, нет, направо. Не знаю, попробуем корабль найти. Может быть, нас спустят ниже по реке. О, а хотя может... куда, черт возьми, там же водопад. Ну да. Если у нас есть чек, то можно прийти в банк, спросить, есть ли... Ну, может быть, они узнают... Может быть, мы как-то придумаем. Знаете, это будет взаимовыгодно. Мы сделаем подпись, сумму, часть дадим какую-нибудь банкиру или сотруднику банка. И все в выигрыше. Да, такое можно. Только там же надо, наверное, писать, от кого деньги. Ну, вы понимаете, если мы сейчас с сотрудником банка договоримся,
Он скажет, от кого, если что, написать. Да вы хитрец, мистер Бекка. Это хорошая идея. Так, да, это все мысли мои в голове. Они меня преследуют налево. Судя по этому человеку, он ехал из... Если не Сен-Дени, то из Роудс точно. Мы перейдем с вами, наденем значки. Скажем, что вот мы. Хотя, не знаю. Ну, как шерифы, мы, конечно, можем представиться, только что нам сказать. Скажем, что... Нам... Мы спасли человека. Спасли человека. Может быть, он сказал, что вот, возьмите чек и подойдите в банк, вам скажут, пишите, с какую сумму хотите, спасибо, что спасли меня. Думаете, нам поверят? Нам прямо, потом налево. Поверят ли нам, я даже не знаю. Может быть, значки нам смогут помочь? Да, я думаю, значки нам точно смогут помочь. Налево. Ну, в таком случае, наверное, с банкиром говорите вы. Я с такими людьми общаться как-то совсем не привык. Хорошо, попробуй. Если у нас получится хоть что-то из этого выиграть, то это будет очень хорошо. Я вроде бы взял несколько девушек из поезда. Вот, там прошелся по остальным богачам. Пока будете в банке, я пошарюсь по карманам, посмотрю, что смог вытащить. О, хорошо. Боже, как же здесь пыльно. Да, глина. Везде глина. Да, вот, спасибо. Ух. Добрый день. Добрый день. Есть кто? Позовите, пожалуйста. Здравствуйте. О, здравствуйте. Слушай, такая ситуация произошла. Смотрите, я потерял чековая книжка. У меня остался от нее один листок. Хотел бы восстановить. Это возможно? Ну, давайте посмотрим. Да. Так, смотрите, это банковский чек кооперативного банка города Blackwater. Который сейчас не функционирует. Это не наше отделение, не наш филиал. И вообще, как я знаю, кооперативный банк Blackwater закрыт здесь, и единственное отделение, которое вам может помочь, находится в городе Труа во Франции. Далековато. Весьма. Далековато. О, здесь это автограф. Мистер Ривер. Это известный игрок в покер, мистер Ривер. Слушайте, а не хотите его продать? Ну, я даже не знаю. Плачу $50. Ривьера сам лично мне дал этот чек из рук в руки. 90 и по рукам. 75. 80. 70. 70. Договорились на 75. 50. Ну, значит, вам не так хочется этот чек. Ну ладно, забирайте, держите. Вчера, вы знаете, слышали, он играл вчера в Армадилла, выиграл свой турнир очередной. Ну я сказал, $50, я приобретаю. У меня есть время подумать. 3 секунды. Раз, два. Да, давайте. Вот не надо торговаться тогда, когда вы не умеете. Спасибо. Торги, знаете ли, это дело умных людей. Вам это не по плечу. Держите свои деньги. Держите свой автограф. Я его уже держу. Хорошего дня, сэр. Да, и вам всего хорошего. Ну что там, сколько там тысяч? Этот чек из банка в Blackwater, который находится, который сейчас, сами понимаете, Blackwater сейчас в беде и закрыт. А второе отделение находится во Франции. Но
Этот человек узнал подпись Ривьеры на этом чеке. И да, заплатил нам $50 за него. Вот, держите. $1000 Нет, $50 Может, 500? Нет. $50 Да. А, ну, это лучше, чем... Вот, держите еще 25, потом отдадите, так когда доедем. Я при себе не хочу их держать, то потеряю. Хорошо. Ну, слушайте, это о, лучше, боже, чем какой ничего. Ужас. Какой ужас, боже мой, какой ужас. Прошу вас, давайте вернемся в Невости. Почему? Вы думали, у нас много денег будет? А вы думали, у нас будет мало? Нет, я надеялся, что мы где-нибудь долларов 500 здесь получим. Я тоже надеялся, поэтому вас спрашиваю, может, все-таки 500? Может, нет. Я вам и ноль не посчитал? Ну, автограф Ривьеры стоит, конечно, дорого, но не так много. Как минимум, смотрите. Ой, я продам этот автограф за $500. Сука. Он закрылся. Урод. Подавись им, блять. В жопу его себе засунь. Не умеете торговаться? Глотайте пыль. Джерема, это что, автограф? Это автограф самого известного покериста Ривера. Я сделаю на него за $1000 За $2000 Господи. Давайте скажем, что он колокрубил и прошу вас. За $50 ты представляешь? Ой, что за идиот? Нас с вами здесь шерифы не поймут. Боже, ты это идиот. Ты надумил очередных педала. Да, да. Просто поехали. Просто поехали отсюда. Зачем, шерифы? Я вижу, блядь, все. Поворачивайте. Тьфу тебе на порог, блядь. Я не знал, что Ривьера. Слушайте, у нас есть целый Ривьера. Боже, у нас же есть Ривьера. Давайте продадим его. То есть не в буквальном смысле. Давайте будем продавать его автограф. А вдруг он опять не тот Ривьера, который кем кажется? Ну, вы запомнили, как выглядел автограф? Да, да. Я очень впивался взглядом в него. В таком случае, да, я уверен. Знаете, я тоже его хорошо запомнил. Блин. Я думаю, если мистер Ривьера, который в Нью-Йорке, даст нам этот фотограф, то у меня будет к нему вопрос. Да? А много он выиграл вчера? По-моему, 60. О, неплохо. Я даже не знаю, расстрою я вас или обрадую. Я прошелся по карманам, в общем. Так. Как бы $16 О! Ну неплохо, главное не потерять их. Да, я постараюсь. Я теперь, по-моему, каждый доллар постараюсь не потерять. Оставьте эти $50 тебе. У нас... Я же хотел вам тоже $50 дать от Тамбл Вида. Пусть это $50 будет ваше, вот. По крайней мере, 50% того, что вас украли, вы вернули сегодня. Ну да. А, нет, так. Вы говорили 150, да? Ну, треть вернул, да. Да, жаль. Отвратительный день. Просто ужасный день. Потерял помощников. Мы не знаем еще, кого потеряли. Всех потеряли. Возможно, что я своих тоже. Нам? Да, по поводу Эндерсона. Надо что-то делать. Нужно как-то попробовать вывести его на чистую воду. Я говорю, я сегодня же попробую поговорить с главой Колпа. Да, да, поговорите. Я могу дать дневник, который у меня... Да, его, который был в доме у него. Нет, сохраните пока что у себя. Заприте его где-нибудь в сейф. Все равно мой-то сейф взломан, так что... Понятно. Так,
Нам по нижней? Направо, направо. Понял, по правой. Я по верху, да. А, ну да, да. Так что дневник пока сохраните у себя. Но вот вопрос. Если выяснится, что маршал это наш липовый, что мы будем делать? Он же приезжает к нам в город или к вам в город? Да, приезжает. Может быть, его схватить? А что потом? Допросить. Кому мы его повезем? Не знаю, никому. Мы решим, будем мы решить правосудие. Это же преступник, который выдает себя за маршала. Это вообще казнь. Ну, вообще-то да. Главное, говорим ему это все. И требуем главное, от него денег. И не вмешались просто. Я знаю, что их довольно много. А, ну, кстати, да. Надо застать его врасплох, пока он... Не, ничего не подозревает. Да, нужно, нужно. О, конь подустал немножко. Да. Пойдемся. Ему тоже сегодня не сладко пришлось. Так, а где наши лошади? Мы оставили их на станции Рикс? На станции Рикс, да. Туда и поедем. Я заеду в Стробери, там останусь на сегодня. Переночую, обдумаю все. Хорошо, я все-таки, наверное, вернусь вам отдел. Да, да. А глава этих колпаков ваших, а он в Армадила? Я не знаю точно, но он может там присутствовать. Во всяком случае, мне помогут его найти. В конце концов, если он действительно сенатор, то я думаю, ему будет интересно, что маршал может быть лифтом. Да, хорошо. У вас наш конь почему-то рассматривается через куда-то влево. Подсматривает за кем-то. Да, мне все кажется, что он на меня смотрит. Наверное, не узнает наездника. А, видимо, пытается понять, да, кто это вообще на нем сел. Да, действительно. Но хотя бы не сбрасывает, и на том спасибо. Блять, тикун вам на язык. Кажется, он намекал на то, что он скоро умрет. Возможно. Ну все. Пешком. Хорошо, хоть на мягкий ил. Пешком. Фу, сглазил. А еще сегодня я говорил, что сегодня пройдет все прекрасно. И замечательно. Зря. Да уж, зря. Надо дойти до станции до заката. Не хочу встретиться с дикими зверями. О! С бандитами, с волками еще, да? Да уж. Не то чтобы волки были бандитами. Но все может быть. Я клянусь богом, даже если нас ограбят 10 человек, я не отдам им эти гребаные $50. Спрячьте... Я скорее сдохну, но отдам. Спрячьте их в сапоги. Это правильно. Так, отлично. Отлично. Сегодня однозначно не наш день. Абсолютно не наш день. Зачем вы вообще приехали в Нью-Остин, если не секрет? Я был помощником шерифа в Стробери. И услышал, что в Тамблвиде погиб шериф. И напросился, сказал, что я готов стать шерифом. Понимаете, я уже 15 лет помощник шерифа. А, ну вот, кажется, вы заслужили повышение. Ну... Хочу помочь городу, там был виду. Как видите, любыми способами. Да, любыми. А в Стробери вы также помогали шерифам? Ну, когда там был Беспалый Джо, я выполнял его приказы. Приказы шерифа. Много чего приходилось сделать. Сажать невиновных, убивать невиновных. Так и жили. Ага. Приказ есть приказ. Было, так и было. Ух, один раз у нас один жердяй был в Стробери. Подкупил всех шерифа, и мы должны были его защищать. Ох, сколько людей пыталось его. А жердяй это мошенник какой-то был. Mm-hmm. Безобидный сам по себе, но хитрюга, конечно. Сколько ж людей, охотников за головами, хотели его поймать. Сколько ж мы их повесили. Ох. А еще какой-то гад. Или кто-то еще, несколько людей подожгли дом у нас рядом с рекой. Погибла семья целая. Мужик, который семья погибла, он остался один жив.
свихнулся, поехал искать. Сказал, что какой-то мужик по имени Найджел Райт поджег. Поехал в Blackwater. Говорят, застрелил его, а его тоже застрелили. Ой, безумие какое-то. Потом сказали, какой-то Фарадей признался в том, что он сжег этот дом. Потом я узнаю, что Фарадей этот маршал. Я ничего не понимаю. Безумие. Боже, какой ужас. Да, потом этот Фарадей приехал к нашим помощникам шерифа и угостил их каким-то Фарадилдо. Фарадил? Огромные сигареты табаком, да. Потом у нас все эти помощники курили, падали на месте. Ох. Боже мой, где сейчас этот маршал? Он все еще в штате? Здесь? О, Старизм. Сказали, что Хендерсон, ну или как там его, сказал, что он к нему приезжал недавно. Это, он сказал, что он пытается поймать этих омерзительную восьмерку и все ломает ему планы. И Хендерсон сказал, что как бы он ни пытался, он... Ну, короче, не получается. Ну, в общем, уехал, видимо. Не нашел ничего. О, боже, как же я рад видеть свою лошадь. Да, согласен. Мы добрались, мы живы. Так, нет, я молчу, а то... Да, да, лучше молчите, просто молчите. Мне вообще еще до Армадилла ехать, так что молчите, прошу вас. Да. Так, до встречи завтра. Завтра карнавал. Тихо. Нет, не вздумай. Завтра карнавал. А что бы то ни стало, нужно людей повеселить наших городов. Приезжайте. Да, хорошо. Да. До завтра, мистер Бак. До завтра. До завтра. До завтра. Так? Я просто ничего, блядь, не могу сказать по этому поводу, мистер Бэк. Ну, по крайней мере, в нас не бьет молния. То нет, я поеду, пожалуй. О! Ничего не поменялось.